Здравствуйте, уважаемые любители гармоники, с вами вновь Павел Луханов, и я рад показать вам вот такую чудненькую новинку фабрики Тульской гармонии. Многие из моих подписчиков видели в конце прошлого года видео, где я рассказывал, что наша замечательная Тульская фабрика делает для зарубежных партнеров импортные гармошки. Я тогда говорил, что вот вы все привыкли, что мы, наоборот, все время закупаем, а тут мы экспортируем, и классные инструменты делаем лучше, чем на Западе. И говорил, что фабрика в скором будущем на этой базе сделает нашу русскую гармошечку в новом современном корпусе. И вот свершилось. Этот инструмент пока у нас в единственном экземпляре. Он еще проходит обкатку, незначительно изменится форма корпуса. Ну, сейчас вы это не заметите. Инструмент станет еще лучше, но сейчас он уже выглядит бомбезно, более современно. Вот такое очень интересное название «Забава». Сразу видно, что это уже гармонь 21 века. Да, мы чтим традиции, у нас есть и любительские гармоники с традиционным оформлением, у нас есть и гармошечка Куликова Поли, Тульская 301-я, но надо идти вперед, и вот у нас есть замечательная многотемровая гармошечка. Когда она появилась, все прям воспряли духом, поняли, что да, гармоника развивается, а сейчас тем более, потому что многотембровый — это люксовый инструмент, а вот эта модель будет со временем для серийного изготовления. Сейчас внутри у этого инструмента стоит начинка от гармоники 301, стандартные пластиковые резонаторы, но поставить можно и деревянные резонаторы, и голоса ручной наклепки с немецкими залогами. Самое главное — это корпус, он более компактный, он более эргономически выверен. Как раз сейчас мы с конструктором выработали немножечко другой угол грифа. Будет еще более удобно. Здесь очень классная механика правая. То есть инструмент будет серийный, а механика не хуже, чем у многотембровой гармоники. Это очень круто. Здесь улучшенная левая механика. И мы будем еще работать, чтобы эта механика была еще лучше. Как вы видите, у инструмента не только новый корпус и новые механики, но и новое оформление. Здесь интересная комбинированная инкрустация и художественная роспись. Два в одном. Но сделано по современной технологии. И так делают, кстати, итальянские производители, некоторые немецкие производители. Но мы нашли эксклюзивный свой рисунок. Ну и со временем можно, я думаю, рисунки будет даже выбирать. Это не полноценный видеообзор. Когда инструмент действительно войдет в серию, я как следует запишу видео, расскажу, покажу. Мы раскроем инструмент, чтобы вы посмотрели и внутри. Это пока такое небольшое превью. Но это превью никак не может остаться без музыки. Поэтому сыграю на новом инструменте. То, что легкая, очень мощная, звонкая, и здорово, кстати, что легкая, она значительно легче, чем гармоника Тульская 301М, наша базовая модель, и, на мой взгляд, это огромнейший шаг вперед, потому что вот этот инструмент новый лучше не просто по одному показателю, а лучше по всем показателям. А когда мы сюда поставим еще заказную голосовую начинку, это будет просто конфетка. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу нашей новой модели, какие у вас есть пожелания, возможно, какую-то из ваших идей мы обязательно воплотим в жизнь, потому что так не раз бывало. Ну а с вами был Павел Луханов и официальный представитель фабрики Тульской гармонии, магазин Тульской гармонии от Павла Луханова. До свидания.